Прежде чем мы поговорим о фильме «Черная роза» и других ваших совместных проектах, хотелось бы узнать, как вы познакомились, когда и как. Марк, я, наверное, начну, если что, ты продолжишь. Меня очень вдохновляли картины с участием Марка Дакаскоса. Как я уверен, и миллионы других россиян и москвичей. Это были 90-е, когда мы доставали пиратские копии фильмов со Шварценеггером, Сталлоне и Дакаскосом. И в первом фильме с его участием, который я посмотрел, только сильнейший. Он был таким накачанным, мускулистым и так всех дубасил, что меня настолько впечатлило, что я начал заниматься кикбоксингом и другими видами спорта. Это было много лет назад, но когда меня представили Марку лично, я был так поражен тем, какой он замечательный человек в жизни был и есть. Я думал тем, какой я худой. Есть немного. Я хочу сказать, что это было большой честью познакомиться с ним. Спасибо. Это так забавно. Он как мой папа, который каждый день твердит: «Ешь больше, тебе надо нарастить мышцы». Потому что я хочу, чтобы ты был таким, как я тебя помню. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».